как хорошо на пляже. Сейчас я пойду купаться. Нет, не ходи. Видишь, на купаться запрещено. Почему? Не знаю, наверное, здесь сильное течение. И здесь очень опасно. Я все равно хочу купаться. Мне жарко. Я бы не рисковал. Эх, жаль. Мне скучно. Делать совсем нечего. Надо было взять мяч. Я же не знал, что нельзя купаться. Делай, что хочешь. А я полежу. Загораю на солнышке. А я пойду постою у воды. Да, опасно. Но я попробую. Тепленькая вода. Ой-ой-ой, помогите, спасите! Меня уносит течение! Ой-ой-ой, помогите, спасите! Держись, персик, я тебе помогу! Ой, никак не получается! Держись за эту палку. А, наконец-то. Запомните, ребята, вам надо твердо знать, что вместе незнакомым запрещено нырять. Ведь может очень мелким то место оказаться. Опасно головою в песок туда втыкаться. А также стекла, камни вдруг спрятались на дне. Заметить очень сложно их в водной глубине. Ребята, помните правила безопасности на воде. И соблюдайте их.